Одномалыка. Вот это баллоны, ребята. Смотри, как красиво. Ребята, как плохо. Без плова, да, в Узбекистане. Сейчас перекусим. Ух ты! Ребята, ходите в тундру, берите такую тачку. Обалдеть, большая. С собой лестницы не забудьте. $50 000, понятно? Классно. Привет, ребята, девчули. Сегодня мы находимся на самом большом рынке Ташкента. Это автобазар Сергели. Ребята, Nissan. Девятый год. Машин уйма, видимо и невидимо. Классно. Электромобильчик. Ребята, Kia. Минивэн, что ли? Ребята, это Kia Carnival 2020 года. Объем 2,2 литра в комплектации лимузин. Салон прекрасный, ребята. Большой, семиместный. Миниванчик. С электроприводом. Прекрасные отдельные сиденья, ребята. С 95-96 миллионов. Снимаешь? Нет. Да. Kia Carnival. Два люка.
фирма есть фирма. Вот это цена? Не-не, 23 тысячи. А цена какая? 23 тысячи. 23 тысячи. 23 тысячи долларов. 23 тысячи долларов. Вот так она выглядит сзади, ребята. Красота. Оптима. 23 тысячи долларов. BMW. Так, какого у нас года? 2008. $32,500, ребята. Элантра. Тут машин в Амалаке нету. Новая машина. Ребята, переполняет эмоции. Здесь и так все понятно. Элантра. Трейлблейзер. Машинку уже купили, ребята. ЛТЗ. Да. Семиместный. Hyundai. Где? Здесь, Hyundai. Hyundai. Крета. Крета, Крета. Вот Крета. Тоже Крета. Пробег 20 тысяч. Киа. Салон кожа крокодила. Да? Да, обшивка. Дерево или пластмасс? Пластмасс. Красота, ребята. Подсветочка. Кожаная обшивка. Ну, вода же у нас. Можно, да? Спасибо. Киа. Ну, предупреждает, ремень безопасности садить надо. Умная машинка. Какой цен автомобиль? 2012, да? Потом
песенку. Вот тут исполнилось. Старенький. Старенький Мерседес. Очень старый. Даже год стерли, чтобы не видно было. 2008? Да. Стерли же. Восьмой же. Вот это. Шоколадная красавица. Да уж. 2019 год. Пробег 51 тысяча. Это... Тут же Форд. Штатовский. Форд. Что только. Жалко. Хозяина нет. У Форда не знаем, сколько стоит. Еще одна Kia. Kia. Ребята, еще один минивэн. Приборная панель. Маленький дисплейчик. О, кнопка завода. Стоп-старт. Магнитола, коробка автомат. Люк отсутствует. Зато 7 мест. Удобно для семьи. Для детей. Чек, машина ваша, да? Да. Какая комплектация? В каком смысле? Фудпуловая. Фудпулова? Да. 3,3 литра бензиновая. 19 года, 34 пробег. Отлично. Ой. Вот это да. Это чтобы обзор был лучше, да? Классно. Спасибо. Mercedes-Benz. 2006 год, старенькая же. $29,000. Кац открыто. Ребята, Mercedes. Спидометр 260 км в час, ребята. Часы в машине. Как в москвиче. А он прокачан. Мониторы на спинках. Люк, как и положено в Мерседесе. Обшивочка классная. Не трогай, сломаешь, потом не расплатишься. Макияр, ты можешь? Папа. Автоматические стекла. Регуляция. Тоже 260. Панорамное окно. Люк. Коробка автомат. Классно. Брат, какого года машина? 2009. 2009? Классный аппарат. И сколько стоит?
25 тысяч долларов, ребята. Низкая, да, посадка? Низкая. Потому что дядя сидит, поэтому низкая. Нет, ну чуть-чуть. Чуть-чуть, да, там разница. Грибочка. Ох, огромный багажник. GT-Line? GT-Line. Блин, язык сломаешь. Да, тут, да. Ваш, да? Какого года? 22. 22? Свежие. 46 километров. 46 километров, свеженько. Можно посмотреть? Нет? Вот, нам дверку открыли. Машина 2022 года. Абсолютно новенькая, салафанчики. Спортивный руль. Коробка. Имеется панорамный люк. Шторки. Мониторчик. Машины стоят так плотно, что сзади трудно снять. Nissan. Такая эксклюзивная машинка. Шевроле Мустанг? Из Форсажа. Блин, я влюблен, ребята. Мамочка, одна хлеще другой. Это Мустанг? Да, это Мустанг, это Шевроле Мустанг. Ребята, сбылась моя мечта, я увидел Мустанг вживую. Еще бы мотор послушать. 2020 год? Это что за там крутяк? Ребята, я прикасаюсь к Мустангу, это шикарная вещь. Ух ты! Не сесть в Мустанг, это потерять много. Ребята, классно. Такой спортивный руль. Здорово. Да, места сзади маловато, но спорткар есть спорткар. Тут можно наваливать боком. Классно. Обзор хороший. Ух, ребята, это вообще... Эмоции, да? Через край, через край. Меня аж ушатало перевозбуждение. Ох-ох-ох-ох. Колесики классные. Сколько стоит эта машина, ребята? Чья машина? Кто здесь? Тут написано, что 55 тысяч. Это цена, да? 55 тысяч долларов. Ребята, Тесла.
Три? Пойдем красненькую смотреть. Блин. Какая красненькая? О, мы к этому и пришли. Монстр, смотри, красненькая. Ух ты, ничего себе. Классно, ребята. Такая штучка. Это такое, чтобы ее вовсе взять? Не, серьезно? Да. Ну давай цеплять, она спит. Закрытая она. Жалко, 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 жалко. Mazda RX-8. Женская? Женская тачка. Классно. Это что, не открывается? Не знаю. Нет. Бедная. Ребята, ходите в тундру, берите такую тачку. Обалдеть, большая. С собой лестницы не забудьте. Можно? $5,7. Правильно, больше спрашиваю. $60,000, понятно? Классно. Брат, можешь снять интернет? И там темно. Вот это машина. О. Специальная ручка. Невозможно залезть без ручки. Как здесь тепло. Тебя закрыто, поехал, все. Блин, как у Теслы экран. Коробка-автомат. Салон обшитый кожа, ребята. Красота. Пикап. Зеркало, регистратор. Классно. Дорогое удовольствие. Решили оставить. Супер тачка. Вот это баллоны, ребята. Путешествие точно класс. Не разрешить. Откуда вы, ребята? Салмалыка. Разогрев нет. Ребята, как плохо. Без плова, да, в Узбекистане. Сейчас перекусим плов. Давайте. Для России. Чая 3. Чай. Ага. Салатик. Салатик и сахара. Чай с лимоном, чтобы не замерзнуть. О, принесли нам плов. Горячий. Ребят, машин очень много. Недели не хватит обойтись. Мы закругляемся. Да. Очень много, очень много. Weiß, wie weit wir kommen. Keiner kennt den besten Weg. Die Sicht nach vorne noch verschwommen. Niemand da, der uns verrät, wie's geht. Doch ich weiß, es wird schon gehen.
если детям праздник устроить, вот нужно скатерть. Россия. В принципе, недорого, 15 тысяч. Детка праздник. Ну-ка, размер какой здесь. Так, размер 120 на 180. Ну, пожалуй, мы это возьмем. С шариками такие же. Такую возьмем детку. Ребят, хлопок национальный наш. Декоративная ветка. Это вазочку, да, можно поставить? Настоящий же? Точно настоящий. Смотри, коробочка там. Настоящий хлопок. Кто муж скучает по хлопку, да? Есть даже шарики со светодиодами и штуки. Вот, будут светиться. Декоративные листочки. Это большой шар с держателем в комплекте. Здорово. Какие у нас цветочки декоративные. Смотрите, красота какая. Это что у нас? Корзиночка декоративная. Раз и за хлебушком пошел. Это все искусственные цветочки, да? Кашпуль декоративный, цветок посадил. Смотри. Это не поливать. Горшок, да? Чуть-чуть поменьше, чтобы поместиться. Смотри, как красиво. Ой, какой хорошенький. Он светится, что ли? Смотри, светодиоды. Да, ночники, да? Это. Классно. А, вот включается. Ну-ка, давай попробуем. Нажать надо? Нет. Идем в темноте, наверное, батарейки нужны. Смотри, или солнечные батарейки, да? Солнечные. Здорово, такой красивый. Самозаряд. Очень для деток. Чаточки, это что, фонари у нас? На солнечных батарейках светильники.
Даже есть плащ-дождевик. Ничего себе. Смотри, 12 тысяч. А это детский. 25 тысяч. Смотрите, разных цветов. Желтенький. Всякие штучки для девочек. Так, три штучки. Сколько стоит? 15 тысяч. В принципе, тоже недорого. Одна штука по 5 тысяч. Это для спонжиков. Удобно брать отсюда. Для палочек такая штучка, вот она выдвигается сюда, мы складываем и отсюда удобно играть. Для палочек. Это удобнее. Смотри, какой органайзер для косметики. 40 тысяч. Но он не крутится. Еще какие? 40 тысяч. Как сундучок. Нет, а вот 25 тысяч. Тоже девочки недорого. В принципе. Шкатулочки. По ключнице. Заначки прятать. От мужа? Не знаю, или от жены. Красиво. С собой, да? Синегори, зубную щетку, мыло-жидко и путь. Вот это да. Маска для сна. Нет, я не буду снимать. Я глазки порчу. Так, это подушка дороже. Стрелочки для кроссовок. Да, это термо. То есть тепленькое, да? 12 тысяч тоже недорого. Одна пара. Вот, смотри, какие жесткие. Стельки спортивные, смотри, изогнутые. Здесь еще какая-то силиконовая подушечка. Продукты также есть. Правда, не так много. Ой, это что за... Это косточки манго, что ли? Какие? Манго? Это косточки манго. Как интересно, это бактерии какие-то. А это дыня. А что, дыня зеленая у нас? А, зеленая дыня, смотри. 6 тысяч. Нет, у дыни же нет таких косточек. В общем, непонятно.
это обычно компонирует. Хозяйство мира. Это да, вот для посуды что-то втекало. Тряпочку не лежит. 12 тысяч. Они промокают, что ли, да? Водостойка. Угу. Чуть-чуть другая. Смотри, интересная штука есть. Сушилка на батарею вешается. Да. $60,000 стоит. Это не органайзеры. Мечта хозяйки. Что хранить? Здесь одежду хранить. По методу Кон-Мари. Очень удобно. Это, наверное, большая, да? 40 тысяч. Вот туда зимние вещи сложил и убрал. И видно, и дышит. 45, 25, 30 размер. Да, эти маленькие. Смотри, какая хорошенькая. Необычно. Здорово, да, положил. Все не пылится в одежде. На посылку похоже. Да. Коробочка, вот она идет. Для полотенец 25 тысяч. Вот она раскладывается вот таким образом. Угу. Носочки туда, еще что-нибудь. Мелкую одежду. Девочки, 24 секции. Смотрите, сколько можно уместить. 25 тысяч. И в шифонере порядок. В следующий раз мы это купим. Так, что еще у нас тут есть? В России. Да, российские ёршики. Да. А есть еще такие гелевые. И темного цвета. Тоже есть такие. Так, салфеточки. Так, 5 штук, 15 тысяч. Это для влажной уборки. Кого убирать? Себя? Мужа, потом получили. Да, такая интересная штучка. Я думала, это мочалочка. Нет, это варежка для уборки. Девочки. Чтобы с настроением убираться. Для пыли, наверное. За что? Понятно, что хорошо. Так, что у нас еще здесь есть? Это что у нас будет? Надолго не хватит. Ну, Россия. Экспресс. Так, контейнеры, да? Это для канцелярии. Так, у кого дети школьники? Чтобы ничего не растерялось. Так, и сколько она у нас стоит? 40 тысяч, да, получается? Да, 40 тысяч. И сюда еще можно еще что-нибудь сложить. А для микроволновки можно? А? Для микроволновки. Нет, это только вот для вот этих вещей. Ага, понятно. Вот для мужчин даже есть, смотри как. Болтики, шурупчики. Смотри, красота. Что стоит? 15 тысяч. Надо взять. Да? Что, возьмем? Ага. Так у тебя шурупов больше, чем здесь отсеков. Самый лучший положим. Нет, сюда можно сверла
да, что-то такое вот миниатюрное, что у тебя немного. И не потеряется. Смотри, пошел. Чтоб в пакетах не ходить, не носить. Не говори. Точно. Что, возьмем? Давай. Держи. Плоский. Пассатижи? Угу. Это так называется? Пассатижи? Да.